Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня будем варить пиво Бланш де Луж. По отзывам, самое вкусное пиво Бир РФ за 2018 год. Пшеничка, несложунки много у нас будет. Ну, попробуем, сделаем. Очень давно хотел сделать, и когда появилась у меня пивоварня, теперь я могу любой рецепт сделать. На кастрюлю, конечно, это было бы чуть-чуть проблематично. Ну что, давайте пройдемся по ингредиентам нашим, которые нам понадобятся, и приступим к варке пива. Друзья, для рецепта понадобится 2,5 килограмма солода пилзнер, 2,4 килограмма пшеничной крупы, кориандр 25 грамм, цедра 3 лимонов, ирландский мох, крупа, хлопья овсяные геркулесовые. Так, дрожжи, Сафель ВБ-06, хмель Магнум, Германия, и Жатецкий, Сааз. Давайте пробежимся. Хмель, наггет, должен быть в оригинальном рецепте, но я заменил на Магнум. 10 грамм за 60 минут до окончания варки. Сааз 10 грамм за 15 минут до конца варки. Дрожжи в оригинальном рецепте Mangro Jack М21 мы заменили на Сафель ВБ-06. По специям кориандр молотый 25 грамм за 15 минут до конца варки. Цедра апельсина приблизительно 50 грамм, там плюс-минус, тоже за 15 минут до конца варки. Геркулеса нам потребуется 400 грамм, пшеничные крупы 2,4 килограмма, солод пилзнер 2,5 килограмма, всего 5,3 килограмма. Пшеничную крупу запарим в кипятке на 10 минут. 1 килограмм на 2 литра воды. Так, дальше по паузам. Белковые 55 градусов 20 минут, осахаренные 63 градуса 60 минут, декстриновые 73 градуса 20 минут, мешаут 78 градусов 5 минут. Вода заторная 18,6 литров, промывочная 9,2. Так, кипячение будет 90 минут. По плотности, начальная плотность 10%, конечная плотность 3%. Воду мы уже залили. Сейчас будем делать паузу ставить. Включаем. Наше приготовление сразу показывает температуру внутри бака. Включаем насос. Не, насос надо догнуть, чтобы не мешал. Так, и погнали. Нагревать будем. 2700. Время. Это будет... Так, ставим первую паузу. Температура 55 градусов. Таймер 20 минут. Далее. Вторая пауза. Также 1700. Температура 63. Время 60 минут. Следующая пауза. Также 1700. Время 20 минут. Температура 73. Следующая пауза. Также 1700. Время 5 минут. Температура 78. Далее, следующая пауза. Тут у нас уже будет кипячение. Ну, давайте, 1900. Температура. Температура 100 градусов. Время 90 минут. Погнали дальше. Заклад хмеля. Так, за 60 минут. Вторая закладка за 15 минут. И нажимаем старт. Все, начинается наша. Надо нагреваться. Включаем насос. И ждем, когда дойдет 55 градусов. Будем уже выливать, всыпать наш солод и все сыпучие ингредиенты. Ждем нагрева. Вода наша закипела. Выключаем воду. И всыпаем крупу в кипяток. Запаривать буду в двух кастрюлях по полторы пачки. Это, соответственно,
кило 200. Надеюсь, она у меня не убежит сейчас. Все, накрываем крышкой и следующую кастрюльку. Ну а теперь нам осталось натереть цедру апельсинов и размолотить в ступке кориандр. Ну, это я сделаю отдельно, чтобы ваше время не затягивать. Все, встретимся на первой паузе, когда будем засыпать солод. Цедру мы натерли, хмель отмерили, получается, кориандр перемололи в ступке. 52 градуса уже, скоро будем засыпать, скоро пропищит наш таймер, что пора засыпать солод, и будем засыпать солод, кашу и овсянку. Как вы можете уже слышать, пищит будильник, что 55 градусов. Снимаем переливную трубку, крышку. Нам нужно... Опа-на! Вот это я дал. Ну ладно, ничего не померили. Нам нужен бункер. Опустить. И опустить фольжно. Ну и приступаем к засыпи солода. Плохо дома делать это пиво, потому что муки много. Так. Хорошо все. Размешали. Теперь нам нужно засыпать нашу кашу. Вот так она разбухла. Так, как лучше-то сделать? Кашу мы засыпали. Все, вот такая получилась она. Далее нам нужно засыпать овсяные хлопья. Также это мы все хорошенько распределим. Регулируем немножко напор и нажимаем далее. Все, первая пауза пошла наша. Осахаривание, точнее белковое, 20 минут. Пошла вторая пауза на нагрев 63 градуса. Будет продолжаться 60 минут. Все, ждем 60 минут, далее включимся. Друзья, началась третья пауза. Нагрев пошел вверх до 73. 20 минут будем осахаривать. На ваших глазах перешли на паузу мышаут 78 градусов. Все, идет нагрев, последняя пауза. Далее будем сейчас промываться. Нагреваем воду и промываем наш затор. Затирание идет полным ходом. Фильтрация идет отлично. Все, продолжаем. Пивоварня нам сигналит, что пауза наша окончена.
пора промываться. Снимаем. Переливную трубку, крышку. И нам надо сделать йодную пробу. Потому что несложенки много, мало ли. Все, друзья, осахаривание прошло успешно. Все, промываемся. Достаем бункер. Тяжелый. Ху-ху-ху. Вообще. Так. Пускай сливается сусло. И будем промывать. Вода прогрета до 75 градусов. Промывка идет полным ходом. Ну, видно, что сусло проходит хорошо через дробину. Все, ждем, когда это все промоется. И далее включимся. Пока сусло сливается, мы сразу включили следующую паузу кипячения. Все, пускай нагревается. Вот, как вы видите, нагрев пошел. Сусло, стекло, и пришло время вот так ставить ведро. Двадцатка прям как раз к этому подходит. Все, даже какие капельки сейчас останутся, уйдут в ведро, и мы уже будем вынать солод в мешок и отдадим птичкам. Все, ребята, ждем, когда закипит, и включимся. Пивоварня просигналила, что пора вносить хмель. 10 грамм магнума. Вот такую купил за 100 рублей для чая. Две штуки. Одну побольше, одну поменьше. И подвешиваю просто за петельку. И теперь у меня будет хмель уже прям на месте. Сейчас я вам это покажу. Вот так получается хмель в нашем сосуде. Все. Ждем следующую паузу и будем вносить следующий хмель. Пивоварня просигналила нам, что пора вносить еще один хмель. Я сразу сюда хмель и кориандр добавил. И в мешочек добавил цедру апельсина. Тоже отправляем туда. И сразу вставил чиллер для дезинфекции. Ну и сразу добавим ирландский мох, чтобы пиво осветлилось наше. Все, 15 минут и будем охлаждаться. Друзья, пивоварня просигналила, что варка окончена. Вынимаем оттуда наши специи, хмель. Так вот. Еще одну тарелку возьмем. Апельсиновая цедра пошла в ход. Включаем воду и начинаем охлаждать.
выключена. Вход-выход. Все, сейчас покажу, как быстро охлаждается данная пивоварня с этим хорошим чиллером. Ну вот мы наблюдаем, как охлаждается сусло в пивоварне. Без всяких перемоток и всего того подобного. Я думаю, за 10 минут мы сейчас все это охладим. Ну все, друзья, наше сусло охладилось до 19 градусов. Ну, 20-19 сейчас охлаждается, я воду даже не стал отключать. Все, начинаем слив. Открываем потихонечку кран. Так, крышечку нам подальше убрать. Сусло мутноватое. Но это пшеничка, ничего не поделаешь. Я думаю, дрожжики придавит это все. Одну. Пока сусло сливается, сразу добавим туда дрожжи, на пенку так посыпем. Все, друзья, накрываем крышкой. Судя по шкале, у нас получилось в районе 19 литров. Все, вставляем гидрозатвор. И заливаем воду.